Всем привет, дорогие друзья, и сегодня у нас на обзоре будет новая популярная аркада от разработчика Вуда. Я думаю, ребята, что вы уже знаете эту игру, но все же она набирает популярность, она постоянно стояла в топах, и сейчас, ребята, стоит, и много кто писал, чтобы я снял обзор на эту игру. Ну, я когда, ребята, смотрю скриншоты, я думал, что это просто какая-то простая игра, которая меня точно не заинтересует. Но, прочитав, ребята, комментарии под этой игрой, прочитав комментарии во ВКонтакте, что писали, снять эту игрушку на обзоре, я думаю, ну-ка, дай-ка скачаю и поиграю. И тут снова же, ребята, снова же этот вот закон непонятной подлости, либо что это, я не знаю, потому что у меня всегда так происходит. Смотрите, в чем суть. Когда ты видишь игру, например, в Google Play, да, ты думаешь, какая же она все-таки фиговая, и думаешь, ладно, не буду, скачивать ее, но когда ты ее скачиваешь, ты понимаешь, что на скриншотах одно, а в игре она интересная. Здесь, ребята, аналогично. На скриншотах я подумал, что игра просто-напросто какая-то дно, да, простая аркада, неинтересная, туда-сюда, но, ребята, скачав, эта игра меня просто-напросто затянула. Это не реклама, нет, ребята, говорю, все в принципе как есть, она реально очень увлекательная. Ну и с одной стороны, она, конечно же, простая, но увлекательная и реально затягивающая. В начале игры, ребята, имеется тренировочка, где вам все объясняет, как управлять вашей, так сказать, газонокосилкой. Да, и ссылочка на игру будет в описании, скачайте, если вас она тоже заинтересовала, но думаю, что вы уже в нее играли. Также, ребята, пожалуйста, не забываем ставить лайки, подписываться на канал и писать крутые комментарии, чтобы я ставил вам лайки. Теперь мы с вами проиграли, а знаете почему? Потому что я один маленький цветочек, какой цветочек? Один маленький кусочек травки просто-напросто с вами не разрубил, и поэтому мы как бы с вами проиграли. Здесь у нас в настройках ничего интересного, звуки, вибрации, туда-сюда. Насчет управления. Просто-напросто, ребята, нажимаем на экран, когда это будет необходимо, да. Так что здесь главное не торопиться, аккуратненько нажимаем и срубаем эту траву. Так, отлично, ребята, мы прошли с вами этот уровень и двигаемся дальше. Теперь наша территория, естественно, становится еще больше и продолжаем, ребята, косить. Ну, если честно, то разработчик не то что крутой, ну, конечно, крутой, но все же он выпускает довольно-таки очень много игр сразу. Вот реально. Буквально вот это вышло, там уже другие вышли туда-сюда. Такой же разработчик, как и Кетчуп. Кетчуп тоже моментально их выпускает очень быстро и очень много. Здесь практически аналогично. То же самое. Но в аркадах, как я понял, это самое главное. Не графика, ничего. Сам сюжет, сама игра, если она будет очень интересная, даже никакая графика, мне кажется, не поможет, да, потому что она интересная. Ты играешь в нее не из-за графики, а то, что она интересна, тот же самый сюжет, либо же просто-напросто геймплей. В этой игре просто аналогичная нету сюжета, но она просто, ребята, интересна. Косишь траву, ну когда ты еще встретишь в игры в плеймаркете, чтобы мы косили траву? Да, мы не ходим, конечно, с вами с настоящей газонокосилкой, бензиновой, либо же электрической, да, но мы, ребята, хотя бы вот так вот, типа, косим, но вот такими вот нажатиями, так что ссылка в описании, ну на этом все, и всем спасибо за просмотр, до скорой встречи и пока.